экстренное включение на мобилку. Приехал на дачу. Думаю, блин, снег пошел. Не заводится. Стартер не крутит. А оказалось, что у меня в тачан залита вода. Дело в том, что она перемерзла. Вот у нас сейчас примерно минус 1 градус. Вот тут и везде лед. Но сейчас пушку включу. Попробую отогреть, завести, слить воду. Завтра залью антифриз. Такая вот ситуация. Вот направил поток воздуха на радиатор, в принципе, в моторный отсек, чтобы хоть маленько радиатор разогреть и слить с него. Там вон сосульки вообще висят. Вон они. Ну ничего. Сейчас отогрею, заведу, солью все полностью с блока, с радиатора. И потом надо будет купить, залить антифриз. Что-то забыл я, что у меня там вода залита. Нифига, пушка жарит так сильно, что аж номер расплавился. Рамка номера плавится. О, решетка радиатора тоже, походу, плавится. Надо как-то по-другому греть. Подальше отвел, сейчас еще подальше отведу. Вот так. Сильно близко стоял он, всю решетку радиатора и рамку номера поплавило. Понемножку начинает оттаивать. Вот пробку уже открыть получилось. Она, правда, немножко заледенела. В радиаторе тоже лед. Но будем надеяться, что блок не разорвало. Как-то так. К слову, на градуснике сейчас минус 4 градуса, а у меня вода в тачан залита, поэтому, возможно, тачан умер. Включил вентилятор, чтобы он через радиатор всасывал тепло от пушки и дул на двигатель. Сейчас быстро должно отогреться. Тут сделал такой домик импровизированный. Посмотрим, что с этого получится. Что-то опять температура запредельная началась, вся радиаторная решетка подрасплавилась маленько. Но это ничего страшного, больше стиля. Так, радиатор растаял, вроде с радиатора побежало. Открутил сливной винт. Там тоже все жиденько у нас. Значит, все хорошо. Снял аккумулятор с тачана, поставил на зарядку. Ток берет просто бешеный. Разряжен сильно. Сейчас подзарядится, тачан согрелся. Пойдем заведем, чтобы в блоке все растаяло тоже. И после этого сольем все и налью туда. У меня литров несколько есть, тосола. Хотя бы добавить просто, чтобы размешалось там все, чтобы не перемерзло уже точно. Вода течет. Вон вода течет, значит, все. Радиатор пустой. В патрубках снега нету, уже растаяло все. Хотя нет. Тут еще хрустит что-то. Но, тем не менее, в расширителе лед. Сейчас все сделаем, все будет четко. Ну вот, аккум минут 10 позаряжался. Ставим его на место. Пробуем завести это корыто. Так. Отсос выдернули. Зажигание включили. Завелась и заглохла.
блин, на ком походу сейчас сядет. Завелась и заглохла сразу. Завелась с полтыка и опять заглохла. Давай, родная, заводись. Акум сел. Блин, ну почти завелась. Так, еще раз попробуем. Блин. Сейчас подождем маленько, может аккумулятор оклемается, еще разочек попробуем, вдруг заведется. Ну давай попробуем. Блин, ну почти. Не хочет, надо еще, короче, заряжать аккумулятор. Так, ну вот, подзарядил я еще раз аккумулятор. Включаем зажигание. Нажимаем на кнопку запуска. Завелась с полоборота. Только глохнет почему-то. Завелась нормально, сейчас блок прогреется, вся вода с него уйдет, у меня там литра 2-3 антифриза есть, залью и надо будет привезти еще антифриза залить. Интересно, у Жигулей есть кран, куда сливаются? Нету, чтобы с блока сливать. Капец, ветер на улице сильный прям. Ну, вроде работает, это уже радует. Ну вот, значит, жига работает. Резина у меня, мало того, что летняя, так она еще и лысая. Вот. 13-й резины зимней нету. Как только найду зимнюю 13-ю резину, обую, будут зимние покатушки с дрифтом. Поэтому скоро уже будет контент. Ну вот, тачан прогрелся, работает. Все нормально. Микроба счастлив. Счастливый микроб. Этот микроб перепуганный, но тоже все в порядке. Так, ну-ка, дворнички. Дворнички работают. Так, теперь заглушим и попробуем завести еще раз. Заводится хорошо, все работает, все в норме. Так, надо проверить, включить печку, будет ли дуть теплом. Так, печка включается вот здесь. Ого! С какими-то ужасными звуками печка работает. Аж уши закладывает. Ладно, не буду пока включать печку. Ну вот, ребята, значит, я заменил антифриз, прогрел машину, теперь она не замерзнет. А вам желаю, чтобы вы тоже не забывали сливать воду вовремя, если в летнее время ездили на воде. Всем пока, спасибо, что посмотрели.